Друзья, рад всех приветствовать, и сегодня мы будем делать красивый поворот на 90 градусов из 50-го лотка, точнее короба 50 на 50. Вот здесь у меня заводской поворот, вот, но бывает так, что их не заказывают. Если заказывают, то они не доходят, если доходят, то они кончаются, поэтому всегда нужно иметь, сделать поворот самому. Итак, что нам понадобится? Это, конечно, угольник, шуруповерт со сверлом на 6,5, болгарка с маленьким диском, не с большим, а уже с таким, с бэушным. И, естественно, не забываем о средствах защиты, берем щиток защитный. И сейчас я сделаю поворот на 90 градусов, два угла по 45, каким он, в принципе, и должен быть. Значит, сначала размечаем лоток по периметру, проводим две линии такие на расстоянии 11 сантиметров друг от друга. И на этих местах лоток у нас будет сгибаться. Лоток будет поворачивать направо, поэтому вот в этих местах будут у нас резы. Значит, лоток у нас размером 50 на 50 миллиметров, то есть, смотрите, с каждой стороны от линии мы отступаем 22 миллиметра. При помощи угольника проводим вот такие вот линии, чтобы получилось треугольничек или елочка. Я думаю, здесь трудностей возникнуть не должно. И вот, да, диск лучше использовать 1,2 миллиметра толщины. В принципе, можно миллиметровый, но он слабоват. А вот если 1,6, то уже скорее будет толстоват, поэтому 1,2. Мне кажется, оптимальный выбор для лоточников. Значит, смотрите, вырезаем лепестки, да, или язычки. И вот важно, чтобы они находились на вот этом коротком отрезке, чтобы, ну, чтобы лоток обладал большей прочностью, большей жесткостью. И вот нам осталось сделать фактически вот два распила. Так, и после этого лоток уже можно, в принципе, сгибать и сбалчивать. Кстати, не забывайте обрабатывать напильником заусенцы. Вот тут я этого не делаю, потому что все-таки, ну, ролик демонстрационный. Вот просто объясняю технику. Язычки заправляйте внутрь. Вот так это смотрится намного более эстетично. Ну и вот, друзья, практически уже готовый лоток. Два угла по 45 градусов. В принципе, если вы размеры вот соблюли, да, вот эти вот 22-23 миллиметра, то они уже сами при сгибе лягут в правильный поворот. Метизы можете использовать, ну, либо которые по проекту идут, либо которые просто закупили. То есть работаем с чем есть. Я, конечно, сторонник, чтобы везде подкладывать шайбы, но, в принципе, не везде это требуется. Вот такой, друзья, получился у нас поворотик. Надеюсь, мне удалось доступно объяснить, как это делается. И в следующих видео разберем уже подъем два угла по 45 градусов и опуск два угла тоже по 45 градусов. Ну, а у меня на этом пока все. Если видео оказалось полезным, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Я желаю всем удачного рабочего дня, безопасной работы и спасибо за просмотр. Пока.